Ну как ему? Он учредитель тоже. Смотри, какое кресло мощное, Макс. Тебе такое не пойдет в кабинет. Тебе надо, чтобы поворачивалось. Хорошее брать, знаешь, надо. А мы не туда зашли, здесь уже все, выходим. Там тупик. Пойдем здесь. О, мы выбрались из этого, из лабиринта. Здесь налево поворачивай, вон там пойдем по прямой. Короче, ну, они заберут в мой брат вот это кресло, которое сегодня приехало. Ну, я его отдаю, а там... Куда? Нормальный пуфик? Что это, жуки? Это пуфик, пуфик. Это диван Infinity. А вот это? Это диван Figminity. Смотри, а вот этот тебе камин как? Камин? Ну. Это камин, видишь? Электрический. Открой внизу, попробуй потяну. Идет, нет? Не тянется? Греет тепло, не? Не греет? Может, не рабочий камин? Короче, Макс решил купить тумбу в офис. Собака, да. Ну, мебель классная, да, да? Под старину такая. Давай ее купим. Кого, собаку? Да. Ты что, она разобьется. Это сувенирная. Это ее нельзя не бросать, ничего. Смотри, Макс, вот эту тумбу просмотрим. Это второму секретарю, может, тебе надо будет. Тумбу. О, смотри, как классно, смотри. Смотри здесь, смотри. Прикольно? Да, здесь. Да. Так это два разных шкафа, они просто рядом стоят. О, смотри, какой столик красивый. Смотри, какой столик красивый. Погнали, там другая мебель еще есть. О, смотри, лев есть, лев. Можешь тебе в офис этого льва, слышишь, поставить? У секретаря поставишь, слышишь? Иди сюда, вот это, нафига тебе та собака? Смотри, пойдет этот лев? Или ты себе в кабинет хотел? Пошли здесь, слышишь? Здесь пошли. Этот поставить хочешь? Да. Тебе же надо эту секретарю купить, статуэтку, понимаешь? Что ты сейчас выбираешь такое? Погнали наверх. Сейчас там посмотрим. Сейчас мы там суету наведем. О, там всякие люстры. Пошли сюда. Наверх. Так. Так. Пошли сюда, заходи. Здрасте. Наши здесь, не здесь. Кошка какая. Это для девочек. А тебе ж тумба нужна. Для девочек, да? Да. Тебе тумба надо в офис поставить, тебе в кабинет. Потому что... Красиво. Да. Ну, конечно. Как в садике. Во, смотри, какой стул классный. Ну, да. Классный? Ой. Не трогай пальцами. Отпечатки нельзя оставлять здесь. Потом найдут нас. О, прохода нет, Макс, тупик. Прохода нет, тупик. Классный или красный? Классный.
Здесь прохода нету, видите? Скорее сюда, Валя. Валя, пролезь. О. Шапку-ушанку. Это разве что даже в этом стиле высоты смотри. Такая мебель с ней прикольная там. Что? Тебе выговор, прохода нет. Нам можно. Ну да, немного. Макс, короче, там ходить нам нельзя больше. Запретили нам ходить. О, это лиса, это не собака, это лиса. Да и шо? Что? О, как телек, да, она как настоящий. Да. Вот это мы гоняем, поэтому. Вот тоже. А это кто это, смотри? Кто вот это, Макс? Сова. Сова? Правильно. А пошли там посмотрим еще, Макс. Смотри, вот тут во. О, нифига себе, классный диван, смотри. Как нам вывод сюда? Отсюда. 1000 баксов. О, смотри, этого уже купили. Диванчик, вот этот купил кто-то. Да. 1845. 2130. О, 800 рублей, наверное, кухонная. Да, кухонная. Прикольно. Какой диванчик красивый. Ну да. Ну да. А, пружинный блок там. Не знаю, что лучше, пружина или что? Или поролон. Что-что? Диван присматривается или просто с ребенком? Если интересно, я вам дам визитку, это с Инстаграма. Не, Макс смотрит, он секретарю ему надо купить, я не знаю. Он вообще тумбу хотел. Но сейчас уже и диван хочет купить секретарю, я не знаю. Тебе надо, понимаешь, слышишь? Макс, тебе в офис надо ставить, если это какой-то кожаный. Это все ткани, они вбирают в себя грязь, понимаешь? Тебе надо что-то кожаное подыскать. Потому что эти все тряпичные, они красивые, но они... В офисе быстро запачкаются у тебя. Походи, да? Ну, видишь, как мешковина она такая. Для дома, может, нормально. О, акция 15%. Да, красивый. Скидка. Тоже красивый. Большой. 1000 рублей ровно. А, он раскладывается, да. Да. Тик-так. О, здоровущий. Независимые пружины. Для мальчиков, да? Для мальчиков. Не, нарисовано кто вот это, мальчик или девочка? Девочка. Значит, для девочек. Пошли дальше. А где для мальчиков? Вот здесь мы еще не были. Сейчас мы здесь наведем порядок. Так. О, смотри, справа какой шкаф. Смотри. Темный и светлый. Да. То есть, вот так вот шкаф выставляют. Вот именно так вот стоит. О, класс. А,
как у меня на приставке, да? Класс. Это та же коллекция, соответственно, можно место купить, если взять комод. Ну, это приставка. С комодом точно такие же что-то параметры. Что-то мне не нравится с этой дыркой открытой. Ну, комод он нужен. Лишь до 6 месяцев. Комод он уже. По глубине он уже хуже, 40-6. Зато тут все выдвижно, удобно там. Нет, кому всегда удобнее, чем мало. Получается по размеру аналогичные 3,22. Ну что, Макс, определился с покупкой? Ширина, я думаю, тебе в офис слышишь, тот коричневый диван все-таки взять кожаный. А секретарю поставишь этот, эту. Какой? А что это такое? Да, бумажный. Не, ну прессованная бумага, да. ДВП, древесно-волокнистая плита. Это прессованные опилки. Ты же из массива хотел себе купить в офис. О, ну-ка открой его. Ну-ка. О, нормально. Нормально. А этот открой шкаф, ну-ка угловой. О. Прятаться здесь круто будет. Никто не найдет. Но. То есть еще больше получается? Да. Значит, если один угловой, без финала. А это что такое? Знаешь, что это? Она как-то непонятна там. Love as you all need.